Вы можете начинать. Сейчас. Ага, все. Я тогда включаюсь, да? Да. Ну, все, ну хорошо. Так, все. Добрый день, уважаемые слушатели, коллеги. Сегодня меня попросили провести занятие с вами по фотографии. Меня зовут Блинов Евгений Иванович, я фотохудожник. И курс, который я веду, я его обозвал «Фотография как репортаж вашей жизни», потому что каждый из нас фотографирует и делает репортаж в течение всей своей жизни. Ну и немножко о себе. Я родился в Москве, окончил Московский авиационный институт. После окончания авиационного института я 2 года учился на факультете фотожурналистики в Институте журналистского мастерства, печатался в различных изданиях, в газетах, печатали мои работы и в журналах «Советское фото», это старые-старые издания, вот, «Вестник фестиваля», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». С 2009 года я являюсь членом Творческого союза художников России, секция «Артфото» есть там такая. Вот. И у меня проходило несколько выставок персональных, и практически каждый год мои работы выставляются в разных выставочных залах, когда проходят выставки Творческого союза художников России. Это вот я. В 2016 году прошла моя юбилейная фотовыставка в выставочном зале Творческого союза в Лаврушинском переулке. И за уже как бы немалую деятельность в этом Творческом союзе был награжден золотой медалью Союза художников. Уже несколько лет я веду занятия и с молодыми талантами, и у меня в моей группе, которую я несколько лет проводил, были слушатели от 7 лет и до 65. Мне, конечно, радостно, приятно, что вот за это время обучения, учебы и обучение этих молодых и взрослых талантов, практически все участники моей фотошколы, ну, в общем-то, существенно прибавили в качестве фотографий. У молодых людей проявилась любовь, тяга к этому виду искусства. И снимают и на фотоаппараты, естественно, и на мобильные телефоны. Взрослые участники моей школы очень как бы оценили, что большое значение для их творчества еще имеет и какое качество фотоаппаратуры. И некоторым даже родственники купили очень хорошие зеркальные камеры. Ну, я, вот сегодня я веду занятия, наверное, с новой группой, то я немножко расскажу о том, какой курс я веду вот по понедельникам и четвергам с 16 до 17. Я построил курс как бы на 12 недель, рассказал, мы проходим курс обучения, так сказать, фотоаппаратуре, как работает фотокамера, любая фотокамера,
То есть мы говорим о фотоаппаратуре, мы начали говорить о композиции. Дальше будем вести разговор о стиле и темы. Уличная съемка, репортажная съемка движения, съемка спорта, портретная съемка. Кто-то начинает увлекаться макросъемкой, об этом будем говорить. Студийная съемка, съемка натюрморта. Это у нас в планах, то, что я делаю рекламу сегодня, коль меня пригласили. Вот. Конечно, в своем курсе я рассказываю о том, как, ну, будем говорить и о особенностях, может быть, съемки с камеры мобильного телефона, вывод и хранение фотографий, как систематизировать ту большую коллекцию фотографий, которые у вас есть, вывод и хранение, то есть как показывать, как демонстрировать снимки, как делать фотоальбомы. И для наиболее заинтересованных любители фотографий, которые захотят настолько продвинуться в этом творчестве, что стать хорошими фотохудожниками, мастерами, у меня будет небольшой курс технологии успеха, как стать мастером-фотохудожником. Вот. Ну, еще раз напоминаю, что вот я провожу свои занятия два раза в неделю, понедельник и четверг с 16 до 17, так как разное время, вы можете посещать и здесь, и у меня на занятии. Я не знаю, какой курс, какую программу вы проходили. Сегодня я вам предлагаю то, что все равно пригодится, даже если вы это уже обсуждали, смотрели, изучали. Разговор пойдет о том, что делает действительно хорошую фотографию и из чего складывается вот мастерство, чтобы получить хорошую фотографию. Конечно, это композиция, это свет, освещение, это цвет фотографии, это ракурс фотографии, это кадрирование. Кадрирование имеется в виду не кадрировать там молодых людей, мужчин, женщин. Это как вот кадрировать саму фотографию и сделать ее еще лучше. Что такое композиция фотографии? Под композицией фотографии понимается расположение объектов в кадре и их взаимодействие между собой. Таким образом, композиция, сама композиция, отвечает за визуальную структуру конечного изображения. И композиция кадра – это способность сделать потрясающие фотографии, означает умение видеть иначе. Я скажу простую вещь. Вот я как фотограф, я больше, естественно, я как фотохудожник, как фотограф. Фотография – это умение поймать момент. Видеосъемка – это такое во времени изменяющееся событие, во времени. И здесь, конечно, очень важно научиться вот моментально делать эту композицию. Фотография – это наука, естественно, превращение трехмерной действительности в двухмерную. И здесь важно понимать то, о чем я начал уже говорить, что освещение – тут секретный компонент, который превращает обыденную фотографию в волшебство, в удивительную сказку. Фотография – это не только набор правил, но это еще и выражение личности самого фотографа. Каждый фотограф – это индивидуальность, и он по-особому видит тот или иной предмет, тот или иной объект. И когда тот или иной объект снимают разные фотографы, что самое интересное, у них получаются разные, совершенно разные фотографии.
И эти снимки отражают ваше, именно ваше видение мира и ваши интересы. И композиции, то есть как вот выстроить этот кадр, полностью зависит от видения фотографа и от правильности принятых им решений. Потому что только фотограф решает, что поместить в кадр, что оставить за пределами, какую точку съемки выбрать и в какой момент нажать кнопку спуска. И когда вот вы познакомитесь с композицией, научитесь использовать освещение, вы сможете создавать свой собственный, уникальный стиль. А мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас научился этому и делал уникальные фотографии. Композиция – это не только то, чем вы заполняете кадр, это и то, что вы решаете оставить в кадре. Первое правило композиции состоит в том, чтобы постараться упростить сцену. То есть вот то, что вы оставляете в кадре, я это называю сценой, фотограф это называет сценой, и глаз смотрит именно так и выбирает именно те объекты, на которые ему интересно смотреть, и смотрит на них дольше, чем остальные. Камера, она видит все. Если глаз выделяет что-то, а камера видит все. И в отличие от живописца, который рисует свое, пишет свое полотно, он какие-то вещи пишет на своем полотне, а какие-то он, они хоть, он их видит, но он их не изображает на полотне. Фотография этого не позволяет. Она снимает то, что видит. И поэтому вам придется настроить камеру и выбрать точку съемки, чтобы создать изображение, максимально избавленное от ненужных деталей. Я решил построить интересную для себя композицию. Взял то, что мне понравилось, ваза с помидорами, букет очаровательных цветов, поместил это вместе. И мне это, естественно, не понравилось, потому что получился какой-то сумбур. Ну, такой осенний или конец лета, дары природы, можно и так назвать. Но я решил сделать более узкий кадр, убрать лишнее из этого сюжета и выделить что-то одно. Я выделил этот букет, поворачивал его так, чтобы был хороший свет, хороший фон. И вот этот кадр, это уже другой кадр, он становится интереснее. В большинстве случаев ваш снимок будет выигрышнее, если вы организуете его так, чтобы в нем была только одна фокальная точка. И вы можете устроить так, чтобы объект оставался один в кадре, вот как я оставил, и он более выразительным смотрится. И вот когда я снимал портрет молодого человека, я не стал снимать группу, мне было интересно показать парня, который вот после тренировки весь взмыленный, я выбрал фон, где понятно, что это корт, после тренировки это его кипарик, и вот он весь взмыленный, и не смахивая этого пота, я попросил, поверни вот лицо быстренько. И он настолько повернул, вот, что есть светлая часть, есть затемненная, но она, я так настроил камеру, чтобы лицо было достаточно четким, выразительным, и чтобы были четкие выразительные глаза. Об этом мы говорили у меня на занятиях, но мы поговорим и с вами. Однако, если вы включите в композицию большее число элементов, большое количество элементов, они должны служить дополнением к основному объекту. Добавляя к вашему снимку, к вашему повествованию детали, которые бы не конкурировали с ним,
за внимание, за эти, просто дополняли бы как бы всю композицию. Вот мне очень понравился этот пейзаж, и я, может быть, немножко буду повторяться, я очень долго ждал, когда на небе будут вот такие красивые облака, и вот эти вот красивые облака, они очень великолепно отражаются в водной глади, и вот у меня построилась такая композиция. Много предметов. Здесь весь горизонт, который дополняет, он не разрушает, он дополняет всю эту композицию. Так, сейчас я посмотрю. Ага. Он дополняет цветку. И когда я был в Риге, на крыше одного бизнес-центра, много-много объектов, много людей, крыши-крыши домов. И я попал в тот момент, когда были тоже красивые облака, но я увидел на вот эти вот два обогревателя. Это две газовые горелки. И я построил композицию так, чтобы вот как будто бы из этих горелок исходили вот эти вот красивые облака. То есть я вот постарался увязать этими горелками и этими облаками вот всю эту красивую композицию. В Черногории я увидел вот такой уголочек, где тоже было много предметов, но они были как бы едино увязаны к пониманию, что вот это вход, вот дверь открыта в красивую, интересную галерею артистическую. И вот мне захотелось показать именно все эти предметы, эту растительность, это колесо, мячик, который валялся здесь у входа. И при создании некоторых фотографий вы можете сами перемещать элементы кадра в пределах сцены, чтобы упростить композицию. При создании портретов вне помещения вы можете попросить человека, чтобы он перешел в какую-то другую часть там сада, какого-то пейзажа в городе, где фон может быть менее отвлекающий. Или наоборот, фон дополняющий и украшающий портрет этого человека. Меня попросили сделать фотосессию молодой, юной, очаровательной барышни. Я посмотрел, долго мы с ней общались немножечко, чтобы ее понять, как она, что за характер, что, какое выражение лица у нее наиболее интересное, чтобы передать, мне хотелось передать ее внутреннее состояние, настроение, ее красоту. Я ее сначала вот снял вот на фоне, просто снял. Потом я ее поместил на фоне туи. И мне очень понравилось, вот как бы этот фон, который красивая стройная туя, красивая стройная девушка. И немножко вот фон слева-справа, он немножко меня не очень устраивал, и я решил упростить, сделать такой как бы по пояс портрет, но так, чтобы зелень не очень выбивалась, но в то же время она создавала хороший, приятный фон. И, разговаривая с девушкой, я искал ее выражение. И мне удалось как бы найти несколько моментов поворота головы. Вот объект этот можно попросить, чтобы он встал влево, встал вправо, найти какой-то другой фон. Вот это выражение мне больше понравилось. При съемке натюрморта
скажем, блюдо с фруктами. Вы можете сами переносить плоды в кадре, из кадра, до тех пор, пока сами не добьетесь какой-то идеальной композиции. Я захотел сделать натюрморт из тех фруктов, которые у меня были, которые, вот, натюрморт, там, предмет, там, ножик, вот, построил эту композицию, строил, что-то мне нравится, что-то не нравится. Не понравилась мне эта композиция. Я нашел блюдо, я построил по-другому композицию из этих фруктов. И вот эта композиция мне показалась более интересной, чем предыдущая. То есть вот здесь ваше творчество как угодно может раскрываться. Причем натюрморт можно быть предметы, какая-то одежда, какие-то посуда, все что угодно. Ее вы можете компоновать, как видите вы, как вы хотели бы выразить в себя свое видение. Изменяя соотношение между элементами сцены путем изменения угла обзора камеры, например, воздвигайтесь в сторону, чтобы вам не заслонял объект съемки какую-то вещь. Вы можете подойти поближе или использовать телеобъектив зумирования, чтобы создать более яркую, более простую композицию. Проще говоря, меняя точку съемки, вы можете убрать то лишнее, что отвлекает от главного сюжета. И я всегда, вот, когда смотрю снимки своих друзей, коллег, родных и так далее, я говорю: ребята, следите за фоном, и ищите точку съемки. И вот этот кадр, я в свое время хотел сделать кадр строящегося Сити. Но мне было интересно построить композицию, я хотел построить сюжет, что при строительстве в большом городе современных зданий экология в Москве сохраняется. И как один из элементов экологии, живая природа, она тоже присутствует в этом большом городе. И мне очень хотелось вот как бы найти в одном кадре вот этот строящийся Сити и элемент живой природы. Я увидел, вот как бы я хотел снять строящийся комплекс. Я увидел издали утку, которая летала там, и она вдруг села вот на этот парапет. Я долго подбирался, я искал точку съемки, чтобы у меня и утка получилась выразительной, вот чтобы она повернула голову, вот так, как она ее, как здесь на снимке, чтобы был виден этот строящийся комплекс. И вот я поймал этот кадр. У меня была тоже идея, съемка большого города, все-таки показать, как изменяющаяся современная архитектура уживается с историей, с храмами, и как идет вот это как бы соединение, я не скажу содружество, но как бы сохранение вот этого единства. Я увидел храм между двумя большими новыми современными зданиями. Красивый ландшафтный кусочек в этом комплексе. Вот я сделал сначала кадр вот этот. Но очень все отвлекает. И зелень, и здание слева, здание... И есть отражение то, что хотелось получить. Есть отражение храма в стеклах этого современного здания. Но я нашел точку, которая вот
более четко выражает ту идею, которую я заложил. Я нашел другое место. У меня здание слева-справа, и которое как бы, вот я это назвал, задавили храм. Но отвлекающих элементов минимально. Но потом я нашел другую точку и сделал по-другому кадр, этот сюжет. Храм и современные здания. Я нашел другую точку. Вот понятие. Вы можете искать, обходить эти здания, искать тот сюжет, который более выражает вашу мысль, вашу идею. Вот я нашел, сделал по-другому. И вот этот кадр, он был во многих изданиях, он был на одной из выставок в храме Христа Спасителя. Здание, когда я вот снимаю иногда, ну, не иногда, а часто снимаю, мне интересно показать ракурс, интересно показать точку съемки, интересно показать немножечко как бы архитектуру и отражение, отображение зданий друг друга, отражение облаков. Вот. И не обязательно ставить их как бы вертикально, можно с небольшим наклоном. Есть такое понятие в фотографии, как равновесие в кадре. Очень часто избегайте симметрии в кадре. Ну, в какой-то степени, да? Выбрав объект и точку расположения, надо решить, как распределить в кадре прочие элементы. Можно пойти по легкому пути, поместив главный объект просто по центру кадра. Но наиболее интересно получается результат, когда вы немножечко уходите от этого и размещаете немножко в стороне от центра. Хотя, как я говорю, фраза «избегайте симметрии в кадре», но всегда к этим правилам надо относиться творчески. Порой специально помещаете объект в центр, создавая тем самым в кадре пространство, которое обеспечивает фон и упорядочивает снимок. Можно снимать спокойные пейзажи или сцены, в которых намеренно хотите подчеркнуть метрию. Намеренно. Когда отдыхали в Турции, я увидел вот эту вот композицию. Зонты слева, зонты справа, гамак по центру, и по центру вот эта вот смотровая вышка для береговой охраны. И мне так захотелось сделать кадр вот такой вот просто симметричный, сплошное равновесие. Симметричный, сплошное равновесие. И вот мне это удалось сделать. Захотелось сделать такую вот равновесную композицию из помидор. Можно ее... То есть, ну вот захотел я. Плавая по Волге на одном из поворотов вечером, уже закат, мне очень понравилась вот эта вот композиция. Она вот такое освещение, вечернее освещение. В принципе, равновесие. В принципе, такой вот спокойный горизонт. Но вот за счет вот этих волн и отражения в этих волнах неба, облаков, вот построилась какая-то такая вот спокойная очень композиция. В Черногории я увидел вот этот вот сюжет равновесный. Слева горы, справа горы. Я вставил элемент вот в виде этих, этой травы, чтобы немножечко как-то разнообразить цветовую гамму. Но вот этот кадр мне показался очень интересным. И я просто его сделал. Причем я хочу сразу сказать еще в дополнение к
нашему разговору о том, что надо снимать как можно больше снимать, особенно когда вы в поездках. Съемках в поездках я буду разговаривать на своем курсе дальше. Поэтому приглашаю. В композиции, в равновесной, я очень люблю снимать природу, и вот этот кадр, он показывает такую вот спокойную обстановку, природу Подмосковья. И умение создать правильную композицию, конечно, приобретается с годами и с каждым вашим новым кадром. Существует правило третей. Это старый закон композиции, известный как правило третей. В чем он заключается? В чем заключается это правило? Заключается в том, что вы мысленно разбиваете экран сеткой на 9 одинаковых прямоугольников и помещаете в ключевые фокальные точки любых пересечений эти свои объекты. И горизонт, сейчас вот я прямо покажу, вот эта сетка. И правило съемки, что помещать надо вот как бы вот в этих узлах, Снимая природу, стараться, либо у вас горизонт вот по этой линии идет выше облака, либо горизонт идет по этой линии, но не по центру, И само правило третье предполагает, что основные элементы, которые попадают, они будут располагаться на указанных выше линиях. Ну, то, о чем я сказал. И когда вы начинаете вот по-другому планировать размещение объектов, конечно, визуальное восприятие будет очень сильно меняться. Снимок становится динамичнее, если поставить главный объект немного не по центру, а сместить. И крупный объект башни, человек, надо размещать по линиям. Конечно, не надо всегда следовать слепо этим правилам, но стоит все-таки к этим правилам прислушиваться и обращать на это внимание. Вот то, о чем я говорил. Я сместил. У меня главный объект, он смещен немножко вправо. Объекты, вот эти башни, я их разместил и немножечко левее, чем от центра. И когда снимаешь здание, мне интересно всегда смотреть и искать какие-то отображения, отражения в стеклах других зданий. Один из ключевых композиционных элементов пейзажа – это, конечно, горизонт. И линия, где небо соединяется, очень важна для восприятия. Оно привлекает взгляд. Конечно, вот в зависимости от правила третей размещать либо наверху, либо внизу. Главная фраза – правила иногда стоит нарушать. Мне очень хотелось сделать вот этот вот кадр, когда я увидел вот эту красивую природу, простор. Это вот какой-то вот такой вот объем, сумасшедший объем облаков, красивейшие облака, горизонт, уходящая дорога. И я горизонт растительности сделал ниже центра, то есть по линии. Вечерний закат на море. Я его тоже, линию горизонта, опустил вниз. Закат на Рижском взморье, вход в порт, маяк. Солнце заходит уже за горизонт. Там на рейде стоят корабли. Горизонт мне очень захотелось опустить вниз и показать вот это вот интересное, красивое небо. Перспектива бывает линейная и тональная. Вот когда вы видите какой-то сюжет, и есть линии, которые сходятся в центр, эти линии показывают объем, они показывают тот простор, и вот такая
такое построение линий называется линейная перспектива. Вот тот же сюжет, который я показывал, протекающая река, вот она меняет свои размеры, справа шире, слева уже уже. Это вот тоже линейная перспектива, уходящая дорога, уходящая лестница. Показывает, вот какая глубина вот этого пространства. В парке, вы когда ходите в парк, вы снимаете, фотографируете вот такие аллеи. Вот такие, такое построение кадра показывает действительно какой вот красивый простор перед вами. Небольшие линии, уходящие вдаль. Съемка в городе, даже вот дорожка. Справа светящиеся витрины магазинов. Это все создает линейную перспективу. Конечно, вот такие посадки деревьев, они показывают вот этот простор, этот объем. Но есть такое понятие, как и тональная перспектива. В чем она заключается? Она заключается в том, что передний план, он у вас более темный, а дальний план, он у вас более уже становится светлее и светлее. За счет чего? За счет вот этого вот воздуха, за счет испарений. И вот этот вот воздушный воздух, вот это испаренный этот пар воздушный, он создает вот такую тональную перспективу. И вот здесь тоже есть на переднем плане островок, дальше уходят горы. Как-то в Индии был сильнейший туман, и я снимал вот эти вот пальмы в тумане. Очень интересные получились сюжеты, кадры. В Черногории, когда вот мы путешествовали, мне очень понравился вот этот вот сюжет, где есть и линейная перспектива, и тональная перспектива удаляющихся гор, которые вот прям там в тумане еле-еле видны. На воде мне очень понравилась вот эта вот черная береговая линия, которая там вдали. И она подчеркнула вот эту вот тональность в этом кадре. Здесь волна была очень такая выразительная. Ритм в кадре. Снимая здание, снимая архитектуру, снимая растительность, очень часто появляются такие элементы, которые как бы повторяются справа, слева. Вот в Индии я снял вот эти вот рисовые поля, вот как вот прямоугольнички такие, проросшие уже рис. Вот очень красивая вот эта вот группа ритмичных таких зданий. «Четыре богатыря» их называют, этот кадр. Точно так же, как здесь, в этом кадре, на Тверском бульваре. И линейная перспектива, и ритм есть вот из этих фотографий, которые каждую зиму там демонстрируют. Вот, снимая одно из зданий Аэрофлота, мне так понравился вот этот вот сюжет из ритмичных линий, что я сделал и завалил здание, а потом я его поднял в здание. Но вот эта вот ритмика, она стала какой-то интересной. В заваливающемся у меня получился какой-то типа рояля. Такой музыкальный инструмент. Белые клавиши, черные клавиши. Главное в кадре. Что главное в кадре? А то, что вы хотите выразить, то, что вы хотите показать.
Вот в Черногории, в городе Которе, мне очень хотелось показать вот это вот здание, красивое здание, которое есть в этом городе на фоне горы, тональная перспектива, горы там вдали, отражение облаков красивое. Вот для меня был главным вот это, эти строения и все то, что дальше, горы, облака, вода, они как бы дополняют именно тот главный сюжет, который мне хотелось сфотографировать. Вот здесь мне очень хотелось показать вот этот вот огромнейший самолет, лайнер. Именно с этой точки показать эти двигатели, показать размах крыльев и вот эту вот махину, и показать колеса, шасси, которые показывают, что действительно самолет очень мощный. Фон в кадре. Очень часто, снимая тот или иной предмет, людей, предметы, объекты, надо обращать внимание на тот фон, который за главным объектом. Главное, чтобы этот фон, он выделял тот объект, который вам понравился. Вот я после дождя снимал эту розу. Шикарная, обалденная роза с этими каплями после дождя. И мне хотелось показать, именно выделить эту розу на темном фоне. Потом уже, когда не было дождя, был немножко другой фон этой розы. Но потом я увидел эту розу под другим углом, с другой точки. И совершенно по-другому уже смотрится этот цветок. Вот снимая молодого человека, мне хотелось показать фон. Вода, замечательные вот эти вот камни. На дальнем фоне краны порта, который принимает корабли. И вот этот фон, он мне как бы помог соединить все воедино. Парень у моря, и ему интересны и камни, и этот порт. А мне был интересен еще и парень. В качестве фона может выступать все, что угодно. И фон может дополнять и может мешать. Вот здесь мне понравился фон дерева. На этом дереве висел букет, вот такой цветок. Но потом я решил упростить. И я вот на фоне светлой части этого дерева сделал кадр этих цветов. Совершенно другое ощущение, совершенно другое восприятие. Снимая гладиолус, мне сначала захотелось, вот, ну, я посмотрел, интересный цветок. Фон интересный? Не интересный. Мне что-то не понравилось. Хоть он такой... Он мне что-то... Я думаю, нет, надо снять по-другому, найти другую точку. Я снял этот цветок на фоне просто неба. Совершенно по-другому идет восприятие уже главного объекта. Свет фотографии. Писать свет фотографии – это писать светом. Конечно, кто-то считает, что нужно фотографировать тогда, когда хорошая погода. Я скажу, что фотографии можно сделать, любые хорошие фотографии можно сделать при любой погоде, в любое время дня, в течение дня, в любое время и даже года. Но выбор за вами. Как вы выбираете время, момент, чтобы нажать на спуск. И чтобы получить интересную фотографию, иногда приходится очень долго ждать изменения погоды, изменения природы и так далее, и так далее. Я очень долго ждал, когда появятся облака, чтобы вот сделать эту композицию. Проезжая уже осенью,
я постарался немножко по-другому найти вот эти облака, более спокойные. И вот тот же самый сюжет. Но вот я вернулся к этому, к этому сюжету, к этой сцене, и уже в другое время сезона я сделал этот кадр. Когда лучше снимать? Утром, днем, вечером и ночью. Первое. Когда мы делаем репортаж, нас никто не спрашивает, потому что происходит событие тогда, когда оно происходит. Когда мы сами выбираем, когда лучше нам поснимать тот или иной объект, если у нас есть такая возможность, то лучше утром снимать и вечером. Совершенно другой свет, совершенно другой свет. Дневной свет, он более резкий, и более резкие тени появляются. Утро, раннее утро, только-только-только появляется солнышко. Свет такой холодный, он такой синий. Солнце поднимается, свет уже меняется, уже появляется какая-то интересная такой красноватый свет. Мне хотелось вот снять этого рыбака, поймать, когда чайки будут в этом кадре, солнце, уже солнечная дорожка, и на этой солнечной дорожке построить этого рыбака. Солнце выше, солнце сместил, но поймал на брызги волн. Уже в другой день я увидел человека, который с палками идет по берегу, скандинавская ходьба. Холодное солнце, вот освещение вот такое вот утреннее. Это утренний свет. Это вот в другом месте утренний свет, восход солнца. Кадры совершенно другие появляются. Но при утреннем, именно при утреннем свете, вот освещение объектов, зданий, оно идет настолько ярко, настолько мощный появляется свет. Утренний свет в тумане, вот как я рассказывал в Индии, оно вот такой спокойно рассеянный свет дает этому кадру. Осень, именно вечером вы можете получить настолько насыщенные цвета, контраст, темная, теневая часть, светлая часть. И вот за счет именно времени года, суток съемки вы получаете разные сюжеты, разные кадры. Вечерняя съемка. Вот, пожалуйста, вечер. Рижский залив, вход в порт. Здесь вот на этом снимке мне хотелось бы показать еще и отражение в иллюминаторе этого солнца. Вот. Вот как обыграть вечерний свет, как построить кадр, композицию, чтобы было интересно. А это съемка ночью. Это съемка ночью в Феодосии. Когда мне очень хотелось сделать именно... Это не солнце, это луна. И то, что это луна, вот на горизонте воды видны точечки. Это стоят корабли и там какие-то вот разные. Но я сделал этот кадр, правда, без штатива, просто поставил камеру на стул, и благодаря вот автоспуску я получил достаточно резкий кадр. А этот кадр я делал уже со штативом в Подмосковье. Вечером мне хотелось показать лунную дорожку, но так как я снимал около причала, то около причала есть еще и свои светильники, то есть я здесь смешал столько светов и лунную дорожку, и свет от прожектора слева, и вот эти вот красные и зеленые огоньки причала. Но мне очень хотелось показать вот эти вот отражения. Это все ночью. Это вот ночная съемка. Мягкий и жесткий свет.
Когда солнечные лучи падают на объект, это жесткий, его можно рассеивать. Качество освещения зависит, конечно, не только от угла падения, но и от насколько свет рассеянный или нет. Чем больше свет рассеивается, тем он мягче становится. И он падает уже не прямо от источника, и тени не такие. От солнца это жесткий свет, создает резкие тени. Вот делаю вот эту вот композицию «Самолет и ракета». Я снимал в такие, ну, сумрачный день, и свет такой мягкий. Съемка этого кадра тоже такой свет, не солнечный яркий, а он более спокойный, то есть за облаками. И освещение такое мягкое. Снимая портрет молодого человека, я снимал так, чтобы свет был и на лице слева от солнца, но более мягкий, и отражение от стены немножко смягчило правую сторону. И портрет получился такой более мягкий освещение. Вот на фоне неба цветет, распускается вишня. Просто, ну, это резкие вот такие цвета. И вот съемка зимой. Белый снег, белый, белый, белый. Вот. Но жесткий свет дает редкие тени и на лице. Мне захотелось сделать натюрморт. Сделать натюрморт. И свет был резкий, яркий. Я поставил фильтр, поставил экран, и свет получился более мягкий. То есть вот можно менять свет. Угол падения света – фронтальный, боковой и задняя подсветка. Фронтальная, когда у вас за спиной меньше теней, но нет ощущения пространства, а простора нет. И тени, получается, достаточно, ну, их нет, так как у вас практически. Фронтальное освещение, оно не только удобнее, но он также придает какие-то композиционные преимущества. Я немножко гнать, потому что чувствую, время уже подходит. Вот фронтальное, спокойное, но не чувствуется глубины простора. Точно так же, как на этом кадре. Простор немножко ощущается за счет глубины, за счет тональной глубины. Но вот на здании такой вот фронтальный свет идет. Вот на портрете этом свет более мягкий, сверху идет. Но вот под глазами уже немножечко идет такой, и под носом такие темные уже тени. Боковая подсветка, она передает больший объем, и тени ложатся уже по-другому и показывают рельеф. Вот съемка портрета более становится интересным, выразительным. Получается более объемное выражение лица, фигуры, предметы с боковым более интересные. Вот на этом кадре мне понравилось боковое освещение, красивая сильная спина молодого человека, красивая грудь у позиции, при этом боковом освещении очень интересно, и интересно лицо девушки. Вот, но главное, чтобы было именно сбоку и освещено. Ну, вот этот вот как раз показатель, что боковое, жесткое дает хороший свет с одной стороны и глубокую тень с левой стороны. Мягкий свет, он дает больше такой объем, простор, и он мягче получается световой и свет на лице, и тени. Задняя подсветка, задняя, она
показывать как бы такую интересную фактуру тех или иных объектов. Но в то же время задняя подсветка может дать исключительно вот такое контурное изображение, но лица уже может быть и не видно здесь. Но это было специально задумано, этот кадр. Я специально гонял жену, чтобы именно сделать вот такой контурный рисунок с развивающимся одеждой и красивой фигурой. Получилось. Вот, при задней подсветкой, вот вечерней, солнце за горой, и вот это вот такой свет, и вот такой свет, он становится какой-то мягкий. Изменение освещения с помощью разных способов. Ставится экран, который можно сделать из бумаги, из полотна, и свет становится более мягкий. Или сделать, просто поднеся с противоположной стороны лист бумаги, который смягчит. Цвет фотографии. Когда мы создаем композицию, то цвет, форма и рисунок и так далее очень сильно выделяют ваши фотографии. И цвет – это мощнейший инструмент. И некоторые цвета сильно притягивают ваше внимание. На этом кадре в Индии. Вот взгляд, если сразу первый взгляд, привлекает желтая ткань, красная ткань, белая ткань. Вот они на себя притягивают самое основное внимание. Вот как-то снимая пейзаж, мне понравилось, что вот на фоне этой ржи желтой такое зеленое пятно. И оно просто привлекает внимание. То есть вот при съемке какое-то цветовое пятно, оно будет привлекать больше всего внимания. Или вот здесь, на этом снимке, вы видите, как именно вот эти вот подсолнухи, именно этот цвет яркий, на фоне специально был, я выбрал фон такой вот более... на желтом, на зеленом фоне смотрится очень интересно. Осенью цвет, он какой-то такой равномерный, хотя некоторые кадры, которые я уже показывал, они выделяют, но вот цвет, осенний цвет, это сказка. При съемке портретов и натюрмортов фотограф может выбрать цвета. Вы можете попросить человека, чтобы он одел какие-то наиболее яркие цвета, чтобы подчеркнуть или выделить как человека. А при съемке натюрморта вы сами можете выбирать фон и так далее. Вот снимая этот букет, мне очень хотелось вот именно вот такой интересный фон. При съемке пейзажа мне вот фоном вот эти деревья, отражение небольших облаков, а вот фон, вот яркий цвет этого подсолнуха и вот этого шмеля на фоне чистого синего неба вот очень, очень ярко смотрится. Мне очень всегда нравится снимать вот эти подсолнухи именно на фоне яркого. Во время съемки на цифровую камеру фотограф может не волноваться, хорошо ли сочетаются цвета на снимке или не очень. Потому что усилить или ослабить насыщенность цвета в определенных областях можно во время обработки, а иногда порой можно просто изменить эти цвета. То есть цвета, снимая на цифру, можно быть творцом уже и потом, после съемки. Ракурс. Немножко быстренько ракурс. Ракурс – точка съемки. От того, какую точку съемки вы выберете, которая вам нравится, вы получите тот или иной результат.
Вот мне захотелось вот показать такой, эти здания в Сити вот с таким ракурсом. Такой ракурс был у меня в начале. Можно снять вот такие удивительно интересные кадры. Ракурс. Я прям покажу разные точки съемки. И вы поймете и почувствуете, что, меняя ракурс, вы можете получить уникальные фотографии. Кадрирование, то, о чем... Это